Сейчас есть много всяких разных конструкторов бесплатных для сайтов, которые дают даже изначально там определенный хостинг и так далее. Например, Wix многим знаком, там на WordPress. Но я выбрал именно Blogpost. По какой причине? Во-первых, это сайты от Google. Они очень надежно защищены. То есть тут защита на высоте, высочайшая. Следующее. Сама скорость хостинга очень быстрая. Сайты открываются быстро, загружаются быстро. И это очень нравится всем, в принципе, да? И еще одна причина, почему я выбрал именно сайты на Blogger, потому что по сравнению с другими конструкторами сайтов, они простые. Здесь функционал очень большой, можно, когда разберешься, делать очень красивые сайты и лендинги, так называемые. Как все это делать, мы, естественно, будем пошагово разбирать.